До нас сьогодні завітали організатори показу фільму «Харе Крішна Мантра Рухи Свамі» Юлія Мішаріна та Костянтин Мішарін. Вітаємо вас, друзі! Здравствуйте. Розкажіть нам, будь ласка, спочатку про сам фільм «Харе Крішна Мантра Рухи Свамі». Вже розуміємо, що досить тематичний фільм, але хочеться дізнатися з трейлеру, розуміємо, що він досить історичний. Документальный. Да, это документальный биографический фильм, который рассказывает о жизни святого ведической традиции, современного святого, а точнее его последней части жизни, 12 лет с 1965 года по 1977 год, когда в возрасте 70 лет он, Шрила Прабхупада его звали, он решил поехать по просьбе своего духовного учителя, поехать в страны Запада из священного города Вриндаван, где он жил уже достаточно долго. Вот. Обычно люди в 70 лет уже на героические подвиги не способны, но Шрила Прабхупада, он сел на корабль, на грузовой корабль и приехал в Америку без денег, без поддержки, без знакомых. У него было в кармане там 40 рупий, которые эквивалентно 7 долларов, которые нельзя было поменять даже в Америке, никто не принимал. Вот, и несколько томов священных писаний, которые он с санскрита сам перевел. Вот. И за 12 лет своей искренностью, своей чистотой, своей любовью, своей добротой, своей мудростью он привлек очень много искренних, ищущих людей. В то время в Америке было целое движение, которое искали что-то в жизни, были не удовлетворены тем, что имелось. Это материально все было, но было какое-то неудовлетворение, искали смысл жизни, и Шрила Прабхупада как раз вовремя приехал. И за 12 лет он открыл 108 храмов по всему миру, около 10 раз всю планету облетел, посетил многие города, написал около 80 томов книг на тему души, Бога, природы этого мира. И около 10 тысяч учеников у него появилось. З відгуків ми дізналися про те, що у цьому фільмі головний герой також знайомиться з різними субкультурами у тій країні, знайомиться з, можливо, якимись вподобаннями молоді, і дійсно на власному прикладі показує, що для того, щоб досягти своєї мети, для того, щоб привернути до себе людей, необхідно мати якусь ціль і твердо до неї йти. Окрім релігійної направленности, він має також повчальний філософську суть. Да, да. И это то, чем отличается Шрила Прабхупада, это невероятной решительностью, решимостью. И никто не мог поверить, когда Шрила Прабхупада встретился с журналистом, когда у него еще ничего не было. Он говорил, что у меня уже есть 108 храмов. В тот момент у него ничего еще не было, но он был очень уверен в том, что он делает, он был уверен в том, что это необходимо. Вот. И в результате мы получили то, что мы получили. Да, он встречался с разными религиозными деятелями, философами, музыкантами. Джордж Харрисон и группа Битлз, кстати, очень сильно помогли популяризации этого движения, потому что они привлеклись, и Шрила Прабхупада стал их духовным учителем. И Джордж Харрисон до конца жизни своей повторял молитву, которую дал Шрила Прабхупада, пел песни, связанные с Богом и так далее. Цей фільм називають, що він має на собі позначку не для усіх, не формати, для тих, хто це розуміє, для тих, хто дійсно шукає особливу мету. Але не дивлячись на це, на те, що фільм не для всіх, дійсно має успіх на кінопоказах у багатьох країнах світу, у нашій країні вже у багатьох містах пройшов показ цього фільму. У чому особливість саме цього фільму, що він має колосальну популярність? Ну вот если вы спросите, что может помочь сейчас людям на самом деле, вот мы видим, что вокруг происходит много непонятных, странных, нехороших вещей, и вот что вот самое главное, что может помочь? И ответ таков, что это хороший пример. Потому что многие говорить могут хорошие вещи, но показать своей жизнью пример чистой, серьезной, какой-то искренней, глубокой любви, мудрости на практике немногие могут. Поэтому этот фильм, он универсальный для всех, и каждый, кто придет на него, вне зависимости от своих религиозных, национальных убеждений и так далее, он получит что-то для себя, потому что самое важное — это увидеть хороший пример. И телевидение, кинотеатры, литература — это все должно показывать, высвечивать, находить хорошие примеры и показывать это людям. Потому что, что бы ни делали великие люди, все будут им подражать. Поэтому этот фильм для всех.
Ось щодо того, що фільм для усіх, і про те, що люди не тільки які хочуть побачити якусь релігійне спрямування у цьому фільмі, хотілося б дізнатися, у чому його актуальність для миколаївського населення, і яку аудиторію ви запрошуєте до перегляду, кому це буде цікаво? Это будет интересно всем, кто интересуется каким-то поиском, интересуется смыслом жизни, интересуется развитием духовным, как вот гармоничное общество, гармоничный человек, он должен развиваться на четырех уровнях. Это физический, эмоциональный, интеллектуальный, духовный. Как мы видим, сейчас очень много уделяется внимание именно физическому развитию, да, ну, немножко эмоциональному, немножко интеллектуальному. Но вот именно духовное развитие – это тоже необходимо, то, что необходимо, чтобы человек и общество в целом развивалось гармонично. И этот фильм, он рассказывает именно вот этом элементе духовного развития, который может привнести абсолютно каждый в свою жизнь и становиться еще более счастливым, более мудрым, более глубоким человеком. Поэтому мы приглашаем абсолютно всех. И плюс… Фильм очень мотивационный, потому что часто сейчас люди говорят, что вот там, мне уже 30, мне уже 40, что я могу сделать хорошего, уже жизнь подошла к концу, у меня нет сил, у меня нет здоровья, но просто посмотрев фильм, можно увидеть, что человек в 70 лет, у него уже было 8 детей, уже вся жизнь, просто семья, все позади. И он делает нереальные титанические вещи, и там в фильме будет показано, что у него были молодые ученики, им было по 20, по 30 лет, они не могли за ним угнаться. Он так быстро путешествовал, давал лекции, встречался с президентами, с музыкантами, писал книги, он вставал в 2 часа ночи, ложился в 9-10, вставал в 2 часа ночи, переводил свои книги на благо обществу. После этого у него был весь день загружен встречами, лекциями, проповедью и так далее. То есть это фильм просто мотивация показать, что мы можем, на самом деле, если у нас есть хорошая цель, высокая цель, то мы можем гораздо больше, чем мы думаем. У студії «Нового дня» ми раніше анонсували чимало показів різноманітних фільмів, різноманітної направленості. І ось з попереднього досвіду розуміємо, що для того, щоб організувати показ у нашому місті, також потрібна титанічна праця. Поділіться своїми враженнями про те, як було організовувати у нашому місті показ цього фільму. Ну, у нас вдохновителі є. Це Павел Величко з Києва, який отримав права на показ цього фільму в Україні. І він організовує, вже був показ в Києві, во Львові, в Івано-Франковську, в Ужгороді, в Харкові, в Дніпропетровську. Вот сейчас вот в Николаеве будет, в Одессе потом будет. И да, есть какие-то организационные моменты, но на самом деле очень много ищущих людей, которые как глоток воздуха, они ждут вот таких вот фильмов, потому что сейчас, ну, много блокбастеров, много там каких-то фильмов, да, которые, ну, не всегда удовлетворяют вот эту вот потребность в чем-то более глубоком, в чем-то более возвышенном. И таких людей на самом деле очень много, и стоит только чему-то появиться такому, они сразу начинают собираться, поэтому… Да, усилия были, но искренность и желание людей, оно все компенсирует. А чи є у вас якась інформація вже щодо учасників показу? Чи є люди, які вже долучилися і придбали квиточки для того, щоб дійсно переглянути фільм? Да, на даний момент уже 90% білетів розкуплено. Тобто нашим глядачам необхідно поспішити для того, щоб… Друзі, хочемо сказати, що ви можете телефонувати до нашої студії для того, щоб отримати квиточок від наших ранкових гостей на показ цього фільму. Ми віримо вам, що дійсно буде мотиваційно, що буде цікаво. Розкажіть нам ще, будь ласка, як буде відбуватися показ, як до нього можна долучитися, у які дні це буде проходити? Это будет проходить 31 марта в 16:30. Можно найти билеты, набрать фильм «Харе Кришна в Николаеве» в поисковике, и сразу выдают наш первый там на сайте, на наших социальных сетях, на сайте продаются билеты. Вот, и приходите. Друзі, ми пропонуємо вам, телефонуйте до нашої студії, долучайтеся до наших соцмереж у Фейсбуці, наша спільнота «Новий день», пишіть у коментарях, перший, хто напише коментар, чи перший, хто зателефонує впродовж нашого ранкового ефіру, отримає подаруночок від наших ранкових гостей, це квиточок на показ фільму «Харе Крішна. Мантра. Рухи з вами». Тож, дорогі наші друзі, телефонуйте, чекаємо на ваші дзвіночки, а ми продовжуємо розмову і дізналися про актуальність
фільму, дізналися про його особливості. А ось що для вас, який момент саме з фільму, можливо, який фрагмент здійснив дійсно неперевершене враження, те, що запам'яталося? І ось ви вже, переглядаючи показ, будете чекати ось цей момент, якого я хочу подивитися. Ну, очень ждешь этого, знаете, как после просмотра остается какое-то впечатление. Я знаю, какое будет впечатление, то ты будешь впечатлен личностью, примером, вдохновлен. И самое главное, что вдохновляет в этом человеке, в этом святом, то, что в нашей жизни нам трудно полюбить людей, которые вокруг нас даже. То есть, ну, трудно. А этот человек полюбил людей, которых он никогда не видел. То есть, и он пожертвовал абсолютно всем, своим личным счастьем, своим личным удобством ради других. И это то, что на самом деле мотивирует, вдохновляет менять свою жизнь. То есть я тоже хочу как-нибудь, где-нибудь быть похожим. Вот. И когда ты общаешься с такими людьми, и просмотр о них, это тоже как форма общения, твое сердце, оно наполняется этой энергией, этой вот, этим примером. И ты выходишь после этого фильма, и тоже хочешь делать что-то хорошее. Потому что, ну, все понимают, что надо делать хорошее, но топливо для этого — это пример. Костянтине, ваша розповідь дійсно мотивує на перегляд фільму, хочеться також оглянути. Юлія, а ось у вас, що вам більше сподобалось, на чому ви поставили акцент? В фільмі? Так. Для мене це історія, це лічність, це примір самопожертвування. И изучая биографию, есть много книг, описывающих биографию этого святого. Это не первый фильм о нем, не последний фильм, о нем около 15 книг уже написано, много фильмов есть, просто этот он самый популярный. А для меня это пример того, что наша жизнь, она будет успешна, и она будет на самом деле приносить нам счастье, если мы будем приносить счастье окружающим. Если мы живем для себя, чем больше мы думаем о себе, о том, что там, вот у меня такая проблема, я хочу то, я хочу это, мы как в маленьком болоте, и мы ничего не видим. Но если мы думаем о высшей цели, если мы думаем о том, как приносить благо еще и окружающим, то тогда автоматически и наша жизнь, она тоже становится очень счастливой на самом деле. И вот Бхактивиданта Свами Прабхупада — это пример того, что он не думал о себе вообще, он абсолютно не думал о себе, ни о здоровье, ни о своем времени, ни о своих каких-то деньгах, успехах. Он думал о других, но при этом он сам в ответ на свою любовь, он получал любовь окружающих, и он получил все, что ему нужно для жизни. Вот это то, что меня вдохновляет. Друзі, дякуємо вам за те, що робите такий вклад у розвиток нашого міста, нашої області, дійсно духовний розвиток наших містян. І я пропоную ще раз запросити наших телеглядачів і декілька слів привітань із новим бадьорим днем для миколаївців. Приходіть на фільм 31 марта в 16:30 і отримайте заряд вдохновення, настоящего вдохновення, яке буде ехом сопровождать вас на протяжении всей оставшейся жизни. И это то, что на самом деле позволит измениться себе и помочь поменяться вокруг другим. Юлія, и привітання для миколаївців від вас. Я вас приглашаю на фильм. Мы будем очень рады встрече, мы тоже там будем. И фильм — это также хорошая возможность завести новые знакомства, расширить свой кругозор. Там будут продавать интересные книги. Наши друзья приготовят много угощений для тех, кто придет. То есть это будет такой праздник, на котором можно будет посмотреть, пообщаться, познакомиться, понаслаждаться, вкусно покушать. И ждем встречи. Дякуємо нашим ранковим гостям за таку цікаву розповідь.